Неутешительными оказались замеры, произведенные специалистами на японской АЭС «Фукусима-1», пострадавшей от землетрясения год назад. Доза радиации на одном из реакторов превысила смертельную в 10 раз. В то же время уровень воды для охлаждения топливных стержней в реакторе оказался гораздо ниже, чем считали эксперты компании ТЭПКО, управляющей атомной электростанцией. ТЭПКО заявили, что результаты замеров не означают краха попыток вывести реактор из строя. При этом компания признала, что угасание деятельности пострадавшего энергоблока будет более длительным, чем предполагалось. Ранее сообщалось, что на Фукусиме произошла новая утечка радиоактивной воды. На стыке труб системы очистки оказались пробоины. На участке, где произошла утечка, был зафиксирован резкий скачок уровня радиации. Однако в целом, как утверждают специалисты, ситуация на АЭС стабилизирована. Реакторы приведены в состояние холодной остановки. Самые сложные работы по извлечению расплавившихся топливных стержней планируется начать не ранее, чем через 10 лет.